А кто будет звонить сегодня? Я. Можно я? Давай. Ни разу не звонила. Я ни разу не звонила. Ребенок. А посмотри, как она бежать будет. Вот. Как надо. Очи всех на Тебя, Господи, уповает. И Ты даешь им пищу во благовремени, отверзаешь их Ты щедро руку Твою, исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. И освети дары Твои словом истинной молитвы. Видите как? Обед сегодня для вас последний. Все. Еще поужинайте и до свидания. Ходили мы сейчас на колхозные бывшие сады. Там все заросло, но малина местами есть. Малина хорошая нынче. Малины вот. Если вы раньше малины ели, это сейчас проберите и ешьте. Хлебайте, сейчас чашки дайте. Они были в сетках, я сказал ни одной ягодки, чтобы не ели-то. И я сам ни одной ягодки не съел. Сейчас прямо в чашку, там на какое, на второе, на третье дать. Но она самая сладкая. Дома почему она такая же малина, но той сладости нету. Наверное, потому что человек прикасался, выращивал сорт. Хвалили один сорт, мне Александр Иванович говорил усиленно. И я так и верил, что сорт такой-то называется там какой-нибудь Анастасия или как. Я, говорит, пошел когда в тайгу, там на Дальнем Востоке-то. Смотрю, этот виноград растет, вьется. Тот же самый виноград. И все. Самое крепкое, самое плодоносное, это то, что природное. Вот когда посылали в космос, ведь ни одной туда восточноевропейской овчарки, немецкой не послали, а дворняшки. Все дворняшки, да, то есть белка, стрелка, чаружка, все. Самое крепкое. И людей, которые берут, смотрят, где они были, работали у станков, происхождение деревенское, космонавт. А если там учитель какой-то был, сидел, ну, в городе, он же расслабленный. И вот мы двое на велосипедах, а ребята идут. А этот отстал. И ему надо было переобуться. Я говорю, переобуйся. Но никого не было, он не мог туда зайти. Пошел в сапогах. Они прошли, а на дороге одна лужа, вторая, третья. И лужа, которая высыхает, а на ней только одна грязь. Там только бывают бегемоты, свиньи и тимошки. Он залез там, а он не видит, что я еду сзади. А эти прошли, не оглядываются, а он в этой грязи, ему до того хорошо. Ты, сапога, ты зачем туда залез? В лужу грязную-то? Просто ее потоптать. Что? Просто ее потоптать. Так, я тебе обещал дать, вот здесь эта лужа сейчас будет найдена, и ты потом будешь сапожки и будешь топтаться, сколько тебе влезет. Поди тоже охота. Вот. Когда дождь проходил, тогда лужи были, и вот, в лужах не было вот этой зелени какой-то падает, а чистая. Мы штанишки закатаем и по лужам тоже носились, я знаю. Но в грязь не лезли, а там вода свежая. Так. Я спрашиваю, Владимир Юрьевич, вы не против, что я ему это подарю лужу? Пускай топчется. Нальем здесь маленько где-то траву, берем. Ну что, он будет вспоминать, раз ему нравится, давай. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. За что?